2018 году мною было принято решение утвердить план мероприятий по обновлению пожарной техники Вологодской области. И мы ежегодно закупаем вот эти вот суперсовременные автоцистерны, автовышки повышенной проходимости, которые могут работать в самых-самых отдаленных сельских поселениях Вологодской области. Эти машины пройдут везде. И при том длина рукавов такая, что они могут забирать воду за 200, 300, 400, 500 метров от места пожара, подавать воду, тушить. Ну и, наверное, самая главная функция противопожарной службы Вологодской области – это спасение людей. Это они не только тушат пожары, они, самая главная функция – это не только потушить, но это спасти человека, спасти имущество по возможности.